указанию дежурной части ОВД по Смоленской области, я со служебной собакой «Граф» выехал на место совершения преступления кражи из магазина в поселок Кардымово. При прибытии обнаружены были следы на месте происшествия. Применил служебную собаку на обыск местности с целью поиска запахового следа. Далее служебная собака работала по следу, по частному сектору, через гаражи и привела к дому по улице Красноармейский переулок, дом 2, где находились подозреваемые с похищенным имуществом. Сотрудники полиции в течение получаса установили местонахождение подозреваемого. 14-летний местный житель был задержан недалеко от места преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.